Он по дереву вверх пошел. Не, оно доходит, не горит даже. А это еще вопрос. Вон такой дым, наверное, вертолет у нас и не сядет. Может, на той стене? Там у него был этот. Ветер-то прохладный какой-то. А? Ветер-то какой-то прохладный, говоришь? Ему все равно, какой он прохладный или нет. Огню-то. Не, ну может он все принесет. Подарок. Ветер прохладный, потому что у нас спины мокрые. Тушит огонь земли, спасатели и сотрудники лесничеств не спят сутками. Причем специалисты говорят, что такого масштабного стихийного бедствия можно было избежать. Нижневартовский район там сильно горит, говорят. Нижневартовский район там сильно горит. Речь идет о тысячах гектаров ценных хвойных пород. Чтобы восстановить эти леса, понадобится минимум 100 лет. Ущерб-то значительный, то есть засуха, она позволяет прогорать. Полтора на полтора километра, ну это грубо, там чебурашка всякая разная. Любой. Она загорает, то есть однозначно есть лес для погибших, то есть растительность. Спасти от огня лес часто можно лишь при помощи защитной полосы. Работают бульдозеры, но даже этих мер недостаточно. Проходит и через болото, через ручьи, форсирует высохшие реки, выжигая почву и уничтожая корни деревьев. На кромках пожаров спасателям помогают добровольцы. Ситуацию усугубляет сухая жаркая погода. Местные жители надеются на дожди, такой засухи не помнят даже пенсионеры. Между тем растет площадь лесных пожаров и в Красноярском крае, дым достиг даже заполярного Норильска. Thank you.
Давай, чего было?